Администрация США заявляет, что Иран может создать свое ядерное оружие уже в ближайшие 2 недели. Администрация США выражает беспокойство по этому поводу. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Да, это определенно беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами. С тех пор, как администрация Трампа отказалась от участия США в сделке, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами, не выполняя обязательств по ядерной сделке, ответила Псаки.